Любовь на карантине автор Джиндер Мочи читает Кэт Вилк. часть первая исцеляющие игры. Промозглое серое утро с неприятным моросящим холодным дождем как будто намекает, что не стоит ждать от этого дня чего-то хорошего. После вчерашней изматывающей тренировки Чимин вернулся домой около двенадцати и уже в шесть утра ехал с натянутой на все лицо маской в машине со своим менеджером. Не пытался доспать хотя бы полчаса по дороге в офис. Срочные новости, которые не терпят отлагательств. Быть готовым к шести. Такое сообщение мемберы получили перед сном Аббан Шихёка. Их собрали в просторной комнате для переговоров. Если с ними будет говорить сам глава компании, значит, дело действительно серьезное. Никто не ожидал, что все будет настолько плохо. Подавленное состояние мемберов было видно невооруженным взглядом. Чимин и Тэхён, отбросив все условности, обнявшись, плакали. Чунгук и Джин напряженно смотрели в одну точку немигающим взглядом. Нам Джон и Шуга тихо перешептывались, и даже вечно неунывающий хасок, еле сдерживая слезы, поглаживал Тэ по спине, погрузившись в свои раздумья. Директор только что сообщил парням, что их тур «Map of the Seoul 7» отменили из-за всемирной пандемии. Тур, к которому они готовились, как никогда усердно, не жалея своих сил и здоровья, оттачивая танцы до максимальной синхронности, надрывая горло до глубокой ночи, практически каждый день. Сотни недоспанных часов. Мозоли на ногах и литры пота, пролитых на тренировках. Все было зря. Морально опустошенные ребята не знали, как реагировать на эту ужасную новость. Поэтому реагировали душой. Сердце Юнги разрывалось, когда он смотрел на рыдающего Чимина, ощущая свою беспомощность. Он хотел бы забрать его страдания себе, чтобы больше не видеть его слез. Договорись с нам Джоном, он сел поближе к младшему и нежно провел по его руке, давая понять, что он не один. Чимин приподнял заплаканное лицо и горько кивнул. Другие дни обычно разговорчивый Юнги уже нашел бы слова утешения для него. — но сейчас его душа переполнена собственными эмоциями, которые не дают ему сформулировать какую-либо удовлетворительную фразу. Поэтому, приняв свое бессилие, он просто сидит рядом и мысленно поддерживает младшего. Чимин готовился изо всех сил. Сидел на жесточайшей диете, чтобы выглядеть идеально. Не щадил голосовых связок, раз за разом повторял свою партию в новых песнях, тренировался до седьмого пота в танцевальном зале, доводя до идеала его сольные выступления с песней «Фильтр». И вот теперь он сидел выжатый, как лимон, не сдерживаясь, рыдал, выпускал свое отчаяние в слезы, которые прямиком скатывались в белоснежную рубашку Тейхёна. Когда первые эмоции сошли на нет, и парни засели у себя по домам, некоторые нашли даже это приятным. Например, ребята с упоением отсыпались за все семь лет напряженной работы айдолом. Налегали на вкусную еду и занимались делами, до которых у них не доходили руки с их плотным графиком работы. Техен и Джин поигрывали в компьютерные игры. Юнги с головой ушел в творчество. Наконец-то у него появилось время разгрести весь бардак в его ноуте и разложить по полкам все его наработки и заметки, накопившиеся за несколько лет. Он без раздумий принялся комплектовать их в песни для своего долгожданного микстейпа. Чингук не был бы золотым Макне, если бы твердо не решил заниматься саморазвитием. Он практически с первого дня начал с усердием учить английский язык и качать мышцы, иногда даже делает это одновременно. Также он успел накидать пару строк для своей будущей песни, о чем неимоверно гордясь собой, сообщил в общем чате. Нам Джон читал книги, щелкая их, как семечки. Смотрел огромное количество видео в интернете на различные интересующие его темы. В основном о современном искусстве и психологии. Хасок залипал в видео реакции на БТС. Тренировался в танце, записывая небольшие видео — и выкладывал их на радость армии в интернет. Даже Чимин немного расслабился и получал удовольствие от ничего не делания. Парни постоянно общались друг с другом в общем чате, кидали ссылки и фотоотчеты о будних артиста на карантине. Время от времени менеджеры по очереди забирали их в офис или в общежитие для проведения различных трансляций и активности группы. Но в остальном... Они, как и все, смиренно сидели по домам и бухали, по связи с друзьями, поглощая еду из доставки. В один из таких расслабленных вечеров Чимин, уютно расположившись на диване с бутылочкой пива, смотрел видео фанатских нарезок про юнминов, которые ему прислал Тэхён с комментарием. «Я ржу 5.34». Фрагмент, о котором говорил Тэхён, был с их интервью на каком-то очередном американском канале. На видео Чимин недовольно смотрел интервьюера, который очень близко стоял к шоге. Тот явно проявлял к нему недюжий интерес, внимая каждому сказанному слову парня и не скрывал своего восторга. Чимин попытался вспомнить, какие чувства он в тот момент испытал, потому что, глядя со стороны, правда, может показаться, что это ревность. Чемин улыбался такой нелепости, но все равно не мог вспомнить, что его напрягало в тот момент. Видео продолжилось. Кадр сменился, и теперь на другом интервью сидели парни в два ряда и общались с ведущим. В какой-то момент видео замедляется на кадре, где Шуга смотрит на Чемина взглядом преисполненным нежности, если не сказать любви. Он частенько ловил этот невесомый взгляд Юнги на себе и сейчас понял, что скучает по нему, потому с какой теплотой тот обычно смотрит на него. Иногда ему кажется, что он его любимчик в группе, поскольку остальных участников он таким взглядом не одаривает. Он вспоминает их стиль общения, легкий и неформальный, вечные подъебки и шутки, которыми они обмениваются, когда находятся вместе — милая улыбка Хёна. На следующем отрывке вызвала у Чимина прилив теплых чувств и необузданное желание пообщаться с Юнги сию же секунду. Недолго думая, он находит номер в избранных и звонит Хёну. После нескольких гудков тот отвечает. — Привет, Чимини! — хриплый голос, как бальзам, проливается на сердце Чимина. — Привет, Юнгия! Как дела? — Хорошо. Ты соскучился? С чего ты взял? Но ну, обычно ты звонишь по делу, а не спросить, как дела. Блин, подловил посмеялся Чимин. Немного соскучился. Просто я сейчас смотрю видос про нас, Юн Минов, и увидел неземную любовь в твоих глазах. Вот и решил позвонить, узнать, как ты там без меня справляешься? Медленно схожу с ума по тебе. Меня раскусили. Наконец-то можно не прятаться и прокричать миру о моей любви, со смехом в голосе ответил Юнге. Чимин хихикает на другом конце. Правда, а то. Юнге горько сглатывает. Если бы только Чимин знал, как близки к истине были его слова. Правда в том, что он уже около двух лет с ума сходит по одному конкретному милому человеку, который сейчас хихикает ему в трубку. Минуту назад Шуга был полностью погружен в творческий процесс. Он работал над песней, которая очень много для него значит который он вкладывает всего себя, свою душу и мысли о Чимине, изливая свою боль и отчаяние в музыку. Младший уже давно просил Юнги написать для него песню, и тот всегда отвечал, что напишет. Песня почти готова, и звучит она так отлично, что даже пугает то, что если Чиминс услышит ее, то обо всем догадается. Но он не может начать работать в половину. Полсилы. Если он занимается музыкой, то он отдает ей, отдается ей полностью. В ней он находит утешение и силы жить дальше, но взамен он дает частичку своей души. Хён, может, поиграем в овертач? Неожиданно спрашивает Чимин. Давай, но ты же знаешь, что я такой себе игрок. Неважно, мне просто скучно. А с тобой весело. Ты смешную, когда играешь. Так просто говорит Чимин. А Юнги растекается патокой от его слов. Парни заканчивают разговор и переходят в игру. Юнги играет с переменным успехом. Младшему постоянно приходится его лечить. В голосовом чате левые люди орут над Чимином матом. Команда сыплется на глазах. А они ржут в голос. Если бы Чимин давал интервью или записывал бы свой монолог для очередного документального фильма про Бантана, то он с многозначительным, задумчивым выражением лица вещал бы о исцеляющих моментах и созданных воспоминаниях. На деле же они угорались с реакцией людей в общем чате и трехэтажного мата, которым одаривают очень важного персонажа в игре, как Хиллер, что хвостом привязался к недоделанному Генджи, который безбожно всирает катку и с упоением его лечит, попутно кладя хер на всех остальных участников команды. Ребята весело проводят время, убивая час за часом, и решают поиграть еще завтра. Когда они наконец закончили игру, было уже около двух часов ночи. Через минуту в какао-толк они списываются. И я умираю. Не умирай, ты нужен мне живым. Мне нужно тебе. В Тюмени говорила пиво, которого он незаметно для себя выпил довольно много. И теперь, будучи пьяненьким, решил поупражняться в флирте с Хёном. Его всегда забавляет реакция старшего Хёна на такие действия. Тот заметно смущается и застенчиво улыбается. Сейчас он словно увидел ту самую милую улыбку Хёна, которая, к слову, ему очень нравится. И сам заулыбался. Во все тридцать два. Да, коротко отвечает Юнги. Ладно, ради тебя поживу. Хм, спасибо. Ценю. До завтра, Йон. — Покойной ночи, Чемини. Часы, проведенные в игре, и за общением со старшим пролетели незаметно. Чемин смотрит на часы. Уже начало третьего. Он решает лечь спать, хоть сна и нет ни в одном глазу. И, как всегда, лежа в постели, в голову начинают лезть самые разнообразные мысли и ситуации жизни, которые еще дальше оттягивают процесс засыпания. Сначала Чимин думает о видео с юнминами, и внезапная искра в мозгу напоминает ему тот день, когда не давали то самое интервью. Он вспомнил, почему так смотрел на юнги и интервьювера тот был хорош собой. И зная пристрастие Юнги, Чимин следил за реакцией Хёна. Чувство собственничества тогда сыграли в нем, что отразилось на его лице. Все подумали, что это ревность. И сейчас Чимин понимает, что, возможно, он и ревновал Юнги к парню, но совсем не той ревностью, о которой мечтают все шиперы. Юнги бро, товарищ, наставник, друг, собутыльник учитель. Кто угодно, но не тот, про кого все извращенцы думают. Чемин любит проводить с ним время. Мало кто знает, что молчаливый суровый рэпер Шуга на самом деле тот еще болтун. Он может говорить часами на интересующие его темы, при этом не забывая искрометно шутить и подъебывать попутно всех и вся. Почему-то Чемин чувствует себя избранным когда общается неформально с Юнги. Подкалывает его и заставляет смеяться. В нем играет чувство гордости, когда старший смеется с его шуток. Конечно, у Чимина нет комплексов неполноценности. Он прекрасно знает, какую реакцию вызывает у поклонников своим видом, танцами, поведением. Но также он видит реакцию армии на шогу. Как они визжат, когда он начинает читать рэп или делает милое лицо, или, не дай бог, обнимает кого-нибудь. Знание того, что такой крутой человек считает тебя своим другом, вызывает у него гордость. И вот, собиравшуюся минуту назад с Чимин, втыкает видео с фанатскими нарезками о Шоге. Потом он смотрит его клипы. Выступление с Сиса. Неосознанно прикусывает губы, видит видео Тайпи Фиан. и Юнги в капюшоне, Виртуозно читает свою партию, забывая, как дышать. В этот момент он выглядит настолько круто, что Чимин начинает себя чувствовать обычной фанаткой, которая пришла на концерт и теперь, стоя в первом ряду, любуется своим кумиром. От кульминации песни у Чимина бегут мурашки по коже. Три часа. Самое время подумать о, о том, какой хён в постели. Чимин знает, что юнги Би — Опять же, тот факт, что он осведомлен об этом, заставляет его испытывать чувство причастности к тайне, о которой знает всего четыре человека на свете. Чимин, Хасок, Юнги и парень, с которым у него был секс. Чимин прекрасно помнит разговор со старшим, когда тот признался ему в своей ориентации. Флэшбэк. Ребята закончили тур по Америке, и традиционно решили отметить это событие, изрядно выпивая у Чимины и Юнги в номере, которые не делили один на двоих. Когда в час ночи менеджер разогнал парней по комнатам, они остались одни. Ребята решили выпить еще, так как спать не хотелось, а разговор пошел. Обсуждали случаи на концертах, все подковерные интриги, биг-хит, и незаметно перешли на более личные темы. Ты видел сегодня в первом ряду стояли два фанбоя справа от сцены. Один в кофте, второй в радужной футболке. Джимми достал еще по банке пива из мини-холодильника. Да, я их заметил. Они так откровенно смотрели, что мне даже стало не по себе. Тебе не по себе? Ты же кайфуешь от своей невъебенности на сцене, смеется Шуга. Да, мне нравится, когда на меня смотрят девушки, но тут парни. И делали они это так неприкрыто, похотливо, что правда стало не по себе, смущенно говорит Чемин. А мне нравится, когда парни на меня так смотрят. У меня нет в этом плане ограничений. Язык у Юнги заплетается, оттого он начинает растягивать слова. Зато есть какое-то чувство отмщения за свои школьные годы когда парни побольше шпыняли меня и ненавидели. Осознавать, что теперь они же сейчас или завидуют мне черной завистью, или позорно дрочат на меня же. Очень круто. Уж эти парни точно сегодня подрочат на меня, ржет Чемин. Может, еще и потрахаются, представляя кого-нибудь из нас. Завидую. У них хотя бы секс сегодня будет. Смачно затянувшись сигареты, говорит старший. Так они же это друг с другом будут делать. Я уж точно не завидую. Чемин демонстративно открыл форточку для проветривания. Сглатывая непрошенную грусть, Юнги продолжает. Ой, какая разница, парень или девушка, все мы люди. Парни нет груди, зато есть простата. Тимин обожает нескромные разговоры с Хёном под градусом они неизменно скатываются в полнейшую откровенность, после которой утром обычно стыдно смотреть друг другу в глаза. Тимин уверен, завтра будет именно такое утро. Границы запретного стираются. Щекочущее чувство свободы будоражит пьяное сознание парня. Он краснеет от легкого чувства стыда. Но это же крутой Хён. И сейчас момент, когда можно спрашивать все, что угодно. Почти сто процентов, что тот ответит. Хён, а ты пробовал? Что? Ну, простоту эту. Губы старшего дрогнули в улыбке от такой заискивающей скромности. На нескромную тему от чемина Да, я пробовал. И как оно? Ну, в смысле это, больно или там приятно? Да охуенно, Чимин. Сложно объяснить ощущение. Это надо самому попробовать, чтобы понять, как оно. Лицо Чимина уже было похоже на спелый помидор. Как это делать? Ну, в смысле, там же грязное и все такое? Клизма, чуть ли не торжественно отвечает Юнги. Чемин не может сдержать смешок. Смешное слово клизма. Ага. И они вдвоем заржали со слова клизма, как два идиота. От те у старшего пиво носом пошло. Посмеявшись, Чемин продолжил допрос. — Это немного унизительно. Тебе не кажется? — Зато потом очень приятно. — Лучше секса с девушкой. — С девушками тоже круто, но по-другому. С девчонками ты рулишь, ты подчиняешь, ты сверху, а тут ты должен полностью раскрыться и довериться другому человеку. Почувствовать свою уязвимость и незащищенность. Позволить творить с тобой такие вещи и видеть тебя в таком состоянии, от этого ведет не слабо. Хюн, ты так говоришь, как будто пробовал это с парнем. Так я и пробовал, блядь, Чима. Только никому. Серьезно, убью, если кому распиздишь. И без того не маленькие глаза Чимина стали просто огромными от такого признания. С него даже румянец сошел. Гихен, ты ги? Слегка. Первый шок прошел и уступил место дикому хохоту со стороны Чимина. Юнги уже и не рад был, что признался. Чимин повалился на пол и смеялся, как в последний раз. В какой-то момент старший даже испугался — то Чимина тут конец и настигнет. — Чего смешного, Тимин, Блядь, успокойся. Ты сейчас задохнешься. Как маленький, ей-богу. Чимин потихоньку стихает. Все еще всхлипывая, он, наконец, смог продышаться. Но взглянув на немного поникшего Юнги, его накрывает очередной приступ. — Блядь, иди нахер. Не буду больше ничего рассказывать. Ты такой ребенок. Я не ребенок, Хён. Прости, я просто не ожидал. Отдышавшись, Чимин уже более серьезно настроен на разговор. Ему интересно все. Не каждый же день его друзья каменкауты устраивают. А я его знаю? Знаешь. Но не допытывайся, я не скажу. Юнги докурил сигарету, завернул бычок в салфетку и закинул в мусорную корзину. Он попросил сохранить это в тайне. Он что, тоже айдол? Ага. Уже да. Но на тот момент он был еще трейни. Хрена себе. Так ты, получается, снизу? Немного подумал, спросил Чимин. И так, и так. Мы экспериментировали. И какие итоги эксперимента? Как больше понравилось. Чимин слушал во все уши открывая баночку с арахисом. Обычно он не ест на ночь, но алкоголь и уши горительные разговоры задвинули Диет в дальний угол. Не так и так. Ну, расскажи. Не конюч. А ты расскажи, и я перестану. Тимин во всем милашничает. А юнги подвисает от этой милоты. Ну, почему я не хасок или а ты? Грустная мысль мелькает у него в голове. Я мог бы не вызывать подозрений. Сейчас затискать младшего. Обнимать и щекотать его не было бы в этом ничего такого. Тем более пьяный Чимин очень нежный, тактильный, сплошное удовольствие. Чимин с горящими глазами, полными надежды, ждет ответа от Юнги. Мне больше понравилось снизу. Но я думаю, что это зависит от партнера. С ним я чувствовал себя слабее. Он старше меня и мускулистее, Поэтому в тот момент мне хотелось принимать. О, то есть он был Альфа. Игриво ведет бровями младший. Альфа? Ну, в смысле, он Альфа, а ты Омега. Юнги смотрит, не понимающе на Чимина, ожидая пояснений. Ну, ты из фанфиков. Есть Альфа, есть Омеги. Альфа типа мужики, а Омеги как девушки. Все такие нежные и пахнут цветами. Я пах бухлом. Мы выпили для храбрости. Но это же все неправда. Я имею в виду про альфа и омег. Омеги там вообще-то рожать умеет. Тимин уже ржет. Господи, Тимин, что за дичь ты читаешь? Я не читаю. Мне рассказывали. Через что они рожают? Да подумай, хен. И ржет пуще прежнего. Блядь, не выдерживает Инги и тоже смеются в ответ с этого абсурда. Спать они ложились уже под утро, потому что разговоры у них не заканчивались, чего нельзя было сказать о пиве. Немного смекнув, Тимин разбудил Чунгука, который начал было крыть благим матом его. Но когда узнал, что это для Юнги, то беспрекословно позволил вынести все, что было в его холодильнике. После этой ночи у Чимина немного изменилось отношение к Хёну. Он не мог понять, что именно поменялось, но воспринимать он его стал по-другому. Он подмечал, как тот выглядит, как говорит, во что одет, как ведет себя на сцене. Раньше он не обращал на это все внимания, но, видимо, узнав тайну старшего, теперь он смотрит на него с другой стороны и думает, что Хён самый настоящий альфа как бы тот себя не ощущал. Но рядом с ним Чемин чувствует его силу и защиту. Значит, я Омега, — думает он и смеется от своих мыслей. Тайное становится явным. Чимин безумно соскучился по мемберам. Скучный вечер не исчез какого дня карантина. Расписание ребят претерпело множество изменений, и в нем образовалась уйма свободного времени. Пить одному скучно, по видеосвязи уже грустно. Пересмотрены тонны фильмов и видео, прослушаны килотонны музыки, выпитано несчетное количество соджу, пива и вина. Одни из немногих оставшихся вещей, которые доставляли удовольствие парню. Не то и игры с юнги. За последнее время они сблизились как никогда. Старший всегда был на связи, когда бы Чимин ему не писал. Сначала он удивлялся этому, а потом решил, что, наверное, у них с Хьоном синхронные биочасы, раз они бодрствуют и спят в одно и то же время. На самом же деле Чимин постоянно будил Юнги, но тот делал вид, что все нормально, потому что ему приносили счастье их смешливые разговоры ни о чем. То Чимину приспичит приготовить Пипимбаб то он обеспокоенно спрашивал, правда ли, что инжир – инкубатор для мужчинных личинок. А потом вдруг решил, что его разнесло и стало отправлять десятки фото себя в зеркале с голым торсом, при этом расстроенной дуя губки и оттягивая еле заметную складочку на своем идеальном боку. Мол, посмотри, какой я жирный стал. Юнги не знал, плакать ему или радоваться. С одной стороны, его крошлет ему свои фото топлес. А с другой он не может ничего с этим поделать, кроме как бережно сохранять, а потом разглядывать перед сном. Ну, видишь, пишет Чимин под очередным фото. Вижу охуенную задницу, пишет Юнги и думает, отправлять или нет. Решает, что это слишком, поэтому стирает и набирает. Пиздец ты, жирный Чимин. Ответная реакция не заставляет себя долго ждать. И уже через полминуты ему в трубку кричит возмущенный Чимин. Не обзывает задохликом. Юнги умиляется с этих шуточных перепалок. И его грусть немного отступает. Перед сном она, конечно же, вернется. Но сейчас он в моменте счастья и старается сохранить его у себя на сердце подольше. Так и проходят их дни в изоляции. Чимин не может понять, почему, но ему не хватает именно личного общения с конкретным Хеном. Он все чаще и чаще вспоминает их общие моменты, и кошки начинают скрести на душе. Недавно он узнал, что Чунгук уже неделю торчит от Ихена и прекрасно проводит там время. Хоть бы позвали, суки, негодует про себя Чимин. За проведенное время в заперти такой жадный да обнимашек парень уже на стену лезть готов от отсутствия человеческого тепла. Чемин решается на отчаянный шаг. Им менеджеры строго-настрого запретили выходить на улицу без особой надобности. Только в магазин и обратно. Иногда их по одному. Два человека вывозили на съемки и крайне редко собирали всех вместе в одном помещении. Они должны поддерживать правильный имидж и быть примером для подражания. Но Чемин все же идет против правил. Он надевает свою самую неприметную одежду, берет маску и две бутылки шампанского из своего холодильника, спускается в пустующий подземный гараж, мысленно радуясь отсутствию лишних глаз, и садится в машину. Первый этап пройден. Парень натягивает маску, вбивает навигатор адрес Юнги и начинает движение. По дороге он старается не встречаться взглядом с редкими прохожими, добирается без приключений, и уже подъезжая к комплексу элитного жилья, в котором проживает Юнги. Он все-таки набирает Хёна и с нетерпением слушает гудки. Юнги практически сразу отвечает. «Хён, открой ворота!» «Чимин, ты что, здесь?» Удивление сквозит в голосе Юнги. «Набери номер квартиры на домофоне, тогда смогу открыть». Чемин быстро выбегает из машины, и набирает дрожащей рукой номер, пряча лицо под маской и козырьком кепки. Наконец ворота открываются. Он паркуется в глубине двора, затем быстро бежит в подъезд, садится в лифт и, наконец, облегченно выдыхает. Юнги на пороге стоял со слегка ошалевшим лицом, но явно довольным. Отметая все правила дистанцирования, он с теплотой сжимает Чимина в самые сильные объятия который, к слову, не так часто дарил своему Дансену за все восемь лет знакомства. Тот немного растерялся от такого проявления чувств, но незамедлительно ответил на столь радушный прием и с радостью прижался к Хёну. — Чимин, какого черта? — улыбаясь во все тридцать два, спросил Юнге. — Я соскучился по живым людям и решил приехать в гости. У меня есть шампанское. Подтверждение своих слов — он потрясает пакетом с чем-то звенящим. Парни разыграли сценку, что они ответственные граждане и с умным видом использовали санитайзер. Ухмыляясь, Юнги проводил гостя в гостиную. На столе разложена еда из одного из любимых Тимином ресторанов Сеула. — Я как раз собирался поесть, так что пообедаем вместе. Ты голодный? — спросил Юнги. — О, да, умираю с голоду, Юнги принес два бокала и пригласил присесть друга. Он с хлопком открыл шампанское и, сопровождая разлитие напитков по бокалам воплями, они с наслаждением звон чокнулись и, наконец, выпили прохладный брюд. «Тимини, какой сюрприз!» Не отрывая взгляд от лица Донсена, говорят Юнги. «Ну ты и оторва!» «Да, я еще тот бунтарь!» заливается смехом Тимин, запихивая в рот кусок жареной свинины. Еда была отменная. Рассыпчатый рис, кусочки жареной свинины и говядины, панчхан со множеством закусок и неизменные кимчи. Парни уплетали за обе щеки, перекидываясь фразами из разряда «О, боже, как вкусно!» или «Попробуй это!» или «Боже, я сейчас лопну!» или «Ммм!» Не запивали все это вкуснятину шампанским. Через десять минут они отвалились на спинку дивана, не в силах ни вздохнуть, ни выдохнуть. «Юнги, я хочу послушать твою музыку. Есть что поставить?» — спросил Чимин, лениво попивая напиток. «Ты слышал почти все песни, которые будут в микстейпе. А заглавное еще совсем не готово. Я там читаю черти как пока что», — ответил Юнги. «Ну и что?» Я могу представить, Конечный вариант. Тьмин начинал конючить, зная, как это бесит Хёну. Юнги не очень любит давать слушать свои песни, еще не готовые. Но Чимину иногда разрешает. Но он не будет шугой, если немного не поломается. «Ну, Хён!» Чимин стал щекотать Юнги. Соскучившись по другим людям, он хочет потискать старшего и, не теряя ни минуты, лезет с обнимашками к нему. А тот его не отталкивает. И на удивление Чимина с радостью принимает все прикосновения младшего, даже не делая свое фирменное лицо отвращения. Это забавляет и разодоривает Чимина еще с большей силой накидываться на Хена. Он щекочет его за бока, и тот с дикими криками пытается вырваться из железной хватки. Чимин ржет в голос, утыкаясь лбом ему в шею. Юнги обдает горячим дыханием младшего от чего по телу бегает стадо мурашек. Он резко замер, чувствуя, что его тело не считает это уж такими безобидными действиями. Поэтому он немного нервно одергивает край своей широкой футболки, слегка смущенно отводя взгляд. «Юнги, покажи свою музыку. Я хочу послушать твои наработки», — запыхавшись, повторяет Чимин. «Хорошо, но я предупредил. Мне пофиг, ставь!» Юнгис сходил за ноутом и включил первый трек из списка. Традиционные корейские мотивы в сочетании с мощным рэпом Шуги производят впечатление на парня. Чимин прижимает наушник к уху, внимательно слушает, двигая в такт головой. Юнгис с трепетом наблюдает за ним. Взгляд скользит по желанной шее с родинкой, плавно переходит на чуть пухлую щечку, смотрит на пальчики, выглядывающие из по длинных рукавов, которыми тот придерживает наушник. Непроизвольно сглатывает и закусывает губу. Так близко и так далеко. Йонги скучал по Чимину, неистово. Он ждал каждый день их общения и игр. Смотрел миллион фанатских видео на Ютубе о нем. Чимин злится. Чимин милашничает. Чимин дурачится. Чимин обнимается. Чигоки, Вимины, Юнмины. И, конечно же, Чимин танцует. Бесчисленное количество раз Юнги ублажал себя на светлый образ Дансена, который сейчас сидит напротив него и заинтересованно слушает музыку. Юнги уже и не знает, что лучше. Быть далеко от него и страдать, или сидеть настолько близко, но не иметь возможности просто так к нему прикоснуться. Тугим узлом завязывается грусть в душе. Чемини, и я пойду воды попью. Тот кивнул, не отрываясь от экрана. Как только Юнги вышел из комнаты, всплыло сообщение на экране в Фейсбуке от Хасока. Ты тут? Чимин хотел закрыть сообщение, но случайно открыл переписку. Он уже направил стрелку на крестик закрытия окна, но его привлекло его имя в диалоге. Чимин не узнает, пока ты ему не скажешь. Или я не скажу. Умереть захотел? Убью, если ты что-нибудь скажешь. Страшно-то как. Ну, серьезно. Ты уже два года по нему сохнешь. Может, пора уже. Тем более у вас так складывается все хорошо. В игры играете, открыто флиртуете. Нет, это не флирт. Зная Чимина, он самый. Блядь, это сложно. Тимин приехал. Поднимается. Я позвоню позже. Ты тут? Тимин нервно пытается закрыть окно диалога. Он только что узнал что-то, чего, по всей вероятности, не должен был знать. Юнги вернулся со стаканом воды и сел рядом. Младший старается не показывать панику и продолжает делать вид, что слушает музыку, хотя он почти забыл про нее. В мыслях только одно, то, что он только что прочел. Что там с Чимином? Хоть пару слов ответь, интересно же. Юнги видит сообщение и не успевает сообразить, как правильнее поступить, как приходит новое. Надеюсь, ты молчишь, потому что, наконец, признаешься ему в любви. Старший в панике захлопывает ноут, но понимает, что не успел, потому что видит лицо Чемина который сидит с растерянным видом. Он явно успел прочесть. Полминуты тишины и отчаянные попытки Юнги унять дрожь в руках. Хосок такой придурок. Он натожно смеется, пытаясь перевести ситуацию в шутку. Но его волнение выдает его с головой. Хион, наконец, подает голос парень. Иногда так тупо шутит, что Джин курит в сторонке. Продолжает Юнги слегка дрожащим голосом. Хион? Что он имел в виду? Осторожно спрашивает Чимин. Ничего. Ты же знаешь, Хасока. Юнги страшно, что плакать хочется. Надо же было так проебаться. Он мысленно топит Хасока в унитазе, пока тот беспомощный пытается вырваться из его мертвой хватки. Чимин молчит. Он видит все, что происходит с Хионом, и осознание медленно накрывает его. Но он не знает, как на это реагировать. Очевидно, что старший не хочет говорить об этом и вообще. Судя по его лицу, он на грани обморока сейчас. — Знаю. Сделанной веселостью он, наконец, говорит Чимин. Отводит взгляд и продолжает молчать. — А что тут еще скажешь? Он понял, что нравится Юнги не как друг или брат, а, видимо, как мужчина. Ему неловко до ужаса. Надо выпить. Давай пить, тем же наигранным голосом говорит Чемин. Давай, мгновенно с благодарностью реагирует тот. Он откупорил вторую бутылку шампанского и разлил по бокалам. Руки все еще не унять, поэтому он немного пролил на стол и, нервно улыбнувшись, вытер салфеткой. Они в тишине почти залпом выпивают по бокалу, и он наливает вновь. Эту порцию Чимин пьет уже медленней и немного расслабляется, откидываясь на спинку дивана. Непрошенные мысли начинают роиться в голове. Два года. Два года я нравлюсь Юнги. Черт, почему я этого не заметил? Он всегда относился ко мне одинаково, и никаких изменений в его поведении я не замечал. Ну, может, только недавно стал наблюдать у того какую-то особую улыбку когда он смотрит на меня. Боже! Я рассказывала ему про всех девушек. Стоп! Он тоже рассказывал про девушек. Если сохнешь по кому-то, рассуждал Чимин, то обычно не тянет на других. Все мысли занимает один человек. Просыпаешься и засыпаешь с мыслями о нем. Может, это он так пытался отвлечься? А может, он не так уж и страдает от любви, мне это просто легкое увлечение. Два года, Чимин. Легкое увлечение обычно проходит быстро и не длится так долго. Юнги тихо наблюдал за Чимином, делая вид, что листает ленту в телефоне. Чем дольше Чимин молчал, тем больше паника накрывала его. Чимин не дурак и сделал вид, что поверил в шутку. Юнги это прекрасно понимал и сейчас готов был сквозь землю провалиться от неудобства. Они практически мгновенно выпили бутылку шампанского. Благо, у Юнги всегда есть что выпить, и шампанское в том числе. Он сходил за еще одной бутылкой на кухню, пока Чимин прозябал в своих мыслях, не замечая ничего вокруг. Резко и Чимин, и громкий хлопок вылетевшей пробки, выдернули парня из раздумий. Юнги тянулся к нему с бутылкой, чтобы наполнить опустевший бокал. Младший понял, что он уже изрядно выпил, когда встал, чтобы пойти в туалет, и не сразу вспомнил, как ходить. Он запутался в ногах и чуть было не упал, поэтому решил умыться, чтобы немного согнать опьянение, но это не сильно помогло. Он вернулся обратно в гостиную и опять завалился на диван. Старший сидел в телефоне с оцепеневшим видом, и невидящим взглядом листала ленту. Это зрелище немного позабавило Чимина. Он видит панику Юнги и решает как-то разрядить обстановку. Он подумает обо всем позже, а сейчас надо помочь старшему справиться со стрессом. Юнге, мне скучно. Давай что-нибудь поделаем. У тебя есть карты или шахматы? Хихикнул Чимин в своей абсурдной задумке поиграть в шахматы. Нет, ты же знаешь, как я люблю настольные игры. Слово ⁇ люблю ⁇ он выделил воздушными кавычками. «Ну, давай тогда поиграем в города, не унимался Чемин, мило улыбаясь пьяной улыбкой, попивая невесть, какой по счету, бокал. О, или вправду, или действие. Или я никогда не. Давай вправду, или действие. Такие игры. Интересно играть большой и малознакомый компании. А я тебя как облупленного знаю. Со смешком в голосе говорит Юнги, а лицо постепенно начинает приобретать здоровый цвет. Ни хрена ты меня не знаешь, Хён, возмутился Чимин. Правда или действие не спрашивают про любимый цвет или блюдо и всякую подобную фигню. Там спрашивают личные вопросы, заплетающимся языком пытается объяснить Чимин. Вот ты знаешь, когда я первый раз поцеловался? «Хм, — Ну и когда? — скептически спросил Юнги. — Не, так не по правилам. Ты сначала должен спросить, правда или действие. Если я выберу правду, то тогда отвечу на твой вопрос. Лицо Чимина слегка порозовело. Старшего умиляет такой гривый Чимин. Он смотрит на него и улыбается своей фирменной скромной улыбкой. Чимин заметил ее. Че смешного, Хён? Ну, правда, такие правила. Так что, сыграем? Ну, давай попробуем. Правда или действие, Чимин? Правда. Когда ты первый раз поцеловался? Просил Юнги. Чимин залился краской и заулыбался своей застенчивой улыбкой. Ну, нечестно. Я тебе подсказал вопрос. Придумай свой. Ладно, Давай другой вопрос. Когда ты первый раз потрахался? Мой первый поцелуй произошел в средней школе, мгновенно ответил Чимин под хохот Юнги. Ее звали Минсун. Она училась в параллельном классе и тоже была старостой. После школьного концерта, где я выступал с танцем, она подошла ко мне и сказала, что я был крут, а потом взяла и поцеловала. Она мне даже не нравилась. Мне тогда нравилась другая девчонка. Ее я, правда, тоже потом поцеловал. Но мой первый поцелуй украла Минсун. Украла первый поцелуй. Ты как бухнешь, такой поэтичный становишься. Ухмыльнулся Юнги. Правда, Лидия Твихен? Правда. Чемин ненадолго задумался. Когда у тебя был последний секс? Ну и нахрена тебе эта информация? Протянул Юнги. Смысл игры не только в том, чтобы узнать что-то личное, но и заставить смущаться. Это же весело смотреть, как кто-то нервничает или краснеет. С трудом объясняет Чимин очередные правила. Тупая игра. Началь февраля пыхтит старший. Сою? спросил Чимин. Но «Ну, а с кем же еще? Чингуку не говори, он тебя порешает, хохотнул младший. И я похож на самоубийцу. Правда или действие, Чимини? Правда. Тебя когда-нибудь привлекали, парни? Юнги даже не успел подумать, как слова сами слетели с губ. Он быстро запил свое смущение изрядным глотком шампанского. Чимин с минуты пытается сфокусировать взгляд на старшем и молча думает. — Ты уснул? — щелкает пальцами Юнги. Я пытаюсь вспомнить, Хён, медленно говорит Чимин. Во время трени мне нравился Тэян из Биг Бен. Я восхищался его харизмой и стилем, как он себя подает. Он такой крутой был, и меня тянуло к нему. Не знаю. Я тогда был сперматоксикозником. Мне кажется, у меня и на шкаф бы встала, если бы он был бы сексуальным. У тебя вставал на яна Старший выглядел слегка обалдевшим. Я говорю, у меня тогда на всех стояло. Чимин подлил себе еще вина и сделал большой глоток. В любом случае, сейчас меня парни не привлекают, неуверенно подытожил Чимин. Что-то неубедительно звучит, усмехнулся Шуга. Ну, мне нравится, Шон Мендес, Джастин Бибер, Гарри Стайлз. Ну, не как мужики, как певцы вроде. Вроде. Хён, не донимай. Я не знаю. Мне нравятся их голоса и внешность. Хотел бы я с ними чего-нибудь? Нет. Коллаборацию, да. Но трахнуть я из них никого бы не хотел. К тому же единственный поцелуй с Тамином мне не понравился. Правда, я его очень плохо помню. Я был в говно. Хуя себе. Ты сосался с Тамином? Воскликнул Юнги. Ой, Хион, да была шутка, мы дурачились, смеется Чимин, а тот медленно охуевает от таких откровений. Может, он просто целуется херово, вот тебе и не, не понравилось, пожимает плечами Йонги. Правда или действие, Хён? Действие. Поцелуй меня. Пьяный мозг Чимина сгенерировал действие мгновенно, он даже подумать не успел. А сейчас до него стало медленно доходить, что он только что ляпнул. Парень в панике пытается было быстро оправдаться, ну, в смысле, правильно поцелуй, чтобы понравилось. Что я, блядь, несу, думает Чимин, бешено соображая. У старшего медленно расширяются глаза, и он с интересом наблюдает за потогами Чимина донести свою мысль. — Ну, то есть ты сказал, что он хреново целуется? мозг орет. Заткнись, блядь, заткнись. Ну так поцелуй мне ни хреново. Разум обреченно сказал. Все пока и дальше сам. Действительно, весело наблюдать. Как кто-то нервничает и краснеет, заливаясь смехом, сказал Юнги, явно забавляясь этой ситуацией. Пьяный Чимин — это нечто. Ну, если правда, Чимин, ты и сейчас в говно. Так что ты все равно не поймешь, понравится тебе или нет. Юнги прямо физически ощущает, как просирает офигенный шанс безнаказанно поцеловать Чимина. И он даже, может быть, об этом и не вспомнит. Но внутренний рыцарь, будь он не ладен, говорит, что мелкий пьян и не отдает отчеты тому, что говорит. Завтра все об этом пожалеют, поэтому надо быть рассудительным. — Я не пьяный! — вопит Чимин. Очередная стадия опьянения Чимина, которая приближает его к завершающей, уснуть на месте или обниматься с фаянцевым другом. Я немного пил, он еле выговаривает слова. Давай играть! Целуй. Поддержку своих слов парень закрыл глаза и смешно сложил губы навстречу Юнги. Легкая, как перышко, прикосновение губами к щеке, и он отстраняется от Чимина, выжидающе наблюдая за ним. Тот блаженно приоткрыл глаза, как ото сна. Электрическим разрядом мурашки побежали по коже от места поцелуя до кончиков пальцев. Чимин все еще чувствует теплые губы Хёна на лице и ощущает его дыхание так близко. — Чимини, ты как? — спрашивает осторожно старший. — Хён, Кажется, я сейчас буду блевать, резко подорвавшись, путаясь в своих же ногах, Чемин полетел в туалет, сбивая на пути бутылки, которые вряд стояли на полу. Не дойдя до нужной комнаты двух метров, сил бороться с организмом не осталось, и Чемин фонтаном выплескивает все, что накопилось в нем за последние пару-тройку часов. Рядом очень, кстати, оказывается его сумка с вещами, которую он взял с собой к Хиону, зная, что после выпитого он за руль сегодня не сядет и останется ночевать в гостях. Его чистое, дорогое белье, домашняя футболка и шорты для сна, а также зубная щетка и несколько бутылочек с лосьонами и кремами оказываются залитыми содержимым желудка Чемина. Видя эту картину, Шуга закатывается в истерическом хохоте, падая с дивана и хватаясь за живот. Младший, слыша этот смех, пытается не заржать тоже, чтобы не захлебнуться, одновременно фонтанирует остатками еды и алкоголя. Сопли, слюни, слезы вытекают из чемина потоками. Через несколько минут, когда приступ наконец проходит, Чимину становится заметно лучше. Он даже находит силы, чтобы встать и унести в протекающую сумку в ванную. Он кое-как вытрусил все содержимое сумки в джакузи, включил душ и не церемоний стал поливать все водой. Юнги пришел ему на помощь через какое-то время. Некоторые вещи были отмыты, а одежда мирно прокручивалась в стиральной машине. Чимин даже привел в себя более-менее нормальный вид, прополоскал рот и умылся. Сидя на полу в ванной, облокотившись на джакузи, парни молча следили за крутящимся барабаном машины, время от времени давясь приступами смеха. Такой реакции на мой поцелуй я еще не видел ни разу в жизни. Со смешком в голосе произносит Янги. Нет, Хион, ты все не так понял. Это совпадение. Чмин быстро развернулся к старшему лицом, заглядывая ему в глаза. Мне понравилось, просто мне стало плохо. Он чувствовал себя уже почти трезвым, и теперь ему стало неудобно за все, что он натворил. Желание оправдаться было непреодолимым. — Правда, Юнги, не принимай на свой счет, я просто разнервничался. — Чимин, я шучу. Я понял, что это совпадение. Он, на удивление, не успел так сильно надраться и чувствовал себя пьяным, но отдающим отчет происходящему. — Давай выпьем чай и ляжем спать. Он помог Чимину подняться, и парни отправились на кухню. Юнги включил электрический чайник, достал две разномастные кружки, кинул в них по пакетику чая и достал из холодильника недоеденный кусок торта, который ему вчера привезли в качестве подарка из ресторана, в он постоянно заказывал еду. Чимин сидел, как пасточка на барном стуле, и наблюдал за действиями старшего. Плавные движения, теплая мягкая кофта и домашние штаны в клеточку — делали юнги похожим на маленького домашнего котика. Чуть опухшее от выпитого лицо дополняло милую картину. Легкая улыбка растянулась на лице Чимина, когда юнги двумя руками взял тяжелый чайник и стал наливать кипяток по кружкам. Ощущение уюта накатило на Чимина, и ему вдруг стало некомфортно в своих обтягивающих джинсах и черном худи. Жугихен, Должишь мне какую-нибудь одежду переодеться? — Конечно, Чимини. Он повел Чимина к себе в гардеробную и достал ему комплект чистой и вкусно пахнущей бальзамом фланелевой пижамы. Чимин с благодарностью взял одежду и пошел переодеваться. Теперь, сидя в этой нежной, голубого цвета пижаме в клеточку, поджав под себя ноги, Чимин чувствовал себя превосходно. Они сидели друг против друга за широкой столешницей кухонной стойки и с удовольствием уплетали лакомство, запивая чаем. Чимин опять вспомнил про Хасока и про сообщение, которое он прочел, и теперь подумал, что это не так уж и плохо, когда такой теплый человек любит тебя, и все равно, что он мужчина. Конечно, Чимин не собрался же тут же менять свою ориентацию, или лезть из огня до да в полымя. Просто ему стало приятно на душе от этих мыслей. И неожиданно всплывшим в памяти легким невинным поцелую в щечку. Ни черт возьми, ему было приятно. <music> 보고 Let's drink all n i g h long 담배 한대 피며 talk all n i g h long 힘든 일이 있을 땐 내게 와일로 너의 얇은 팔로 감싼 나를 사이로. 사이로 지금 아프더라도 it's alright 시간은 다 지나가 it's alright 항상 그랬지 넌 손발이 차가워. 차가워 그래서 내게 말했지 빨리 안아줘 I will make you rich 조금만 기다려 너가 없는 날에는 r a i n y Anything, 조금만 기다려 맑았던 하늘도 다시 보니 grey 술도 완잔 못해 또너가날 만나 와인을 싸워, 와인을 싸워. 술도 완잔 못해 또 너가 날 만나 마음이 아, 아파 넌 나의 downtown baby야 너의 눈은 밤하늘의 별이야 내일마다 꾸고 싶은 꿈이